Ох, и давненько же не собиралась вместе динамовское братье. Отдохнуть, пообщаться, попеть да потанцевать. И вот спустя 8 лет по инициативе клуба болельщиков «Динамо» было организовано фан-пати «Power in Motion». Ну что, начинаем? И я сюда приглашаю на сцену для приветственных слов Селана Алексеева, руководителя клуба болельщиков «Динамо Москва» и представителя Центрального совета «Динамо» Матроскина Дмитрия Шелепина для приветственных слов. Ваши аплодисменты нашим заслуженным болельщикам, без которых эта вечеринка бы не состоялась. Уважаемые друзья, девушки, мальчики, люди постарше, крепкие мужи. В первую очередь я хочу поздравить вас, а клуб болельщиков «Динамо» мы официально не поздравляли, как официальное меру лицо, официально для клуба «Большой Динамо». Поздравляем, ребят, вас с 90-летием спортивного общества «Динамо», 90-летием футбольного клуба «Динамо Москва». Спасибо старой гвардии, спасибо нашим старикам, которые также сюда пришли, которые помогали нам взрослеть, которые помогали нам противостоять всем невзгодам и нашим оппонентам. Благодарю представителей, скажем так, организованных объединений болельщиков. Фирме «Патриотс» исполнилось в этом году 15 лет. Я хочу от имени клуба «Патриотс» поздравить ребят с этой датой. Хочу также, не будем перечислять, все знают, кто сейчас достойно продолжает эту традицию. Ребята, еще раз с праздником! Всем нам сил, здоровья, терпения и удачи. И поддерживайте родное, личное, великое «Динамо Москва». Спасибо. Спасибо, Селан Алексеев, руководитель клуба болельщиков московского «Динамо». И слово Матроскину Дмитрий Шелепин, Центральный совет «Динамо». Так, дорогие друзья, приветствую вас. От всей души приветствую. Рад, что там столько народу собралось. Не буду чрезмерно официальным. Еще раз всех с праздником, 90 лет родного общества, которое мы только что отпраздновали, наших замечательных хоккеистов с победой, наших футболистов, которые побеждают и уверен, скоро все-таки выиграют, все выиграют. Вот. Ну и всем нам сегодня хорошо провести вечер и оттянуться. Еще раз рад всех видеть, большое спасибо. Музыкальный коллектив небезызвестного Николая Блюзмана Михеева удивил всех новым вокалистом. Друзья, спасибо большое, что пришли, но я хочу все-таки передать слово Диме. Дим, ты не забыл ничего? Ты так группу НЗ сейчас представлял, но, наверное, что-то забыл. Да, друзья, самый главный сюрприз у нас, мы решили не откладывать напоследок. Не просто так Матроскин сказал про хоккеистов, которые выиграли Кубок Гагарина и подарили нам, пожалуй, самый главный праздник этой весной. Еще раз, Динамо чемпион хоккея! На самом деле безумно признателен Андрею за то, что он согласился выйти с нами на сцену. Я надеюсь, что это будет лучший дуэт в истории хоккейного «Динамо». Андрюш, ты готов? Да, готов. Ну, поехали тогда. Ты ему
на самом деле не пел, но бывало там с ребятами в караоке, то есть, а так, чтобы на сцене выходить, не было никогда такого. А когда поступило такое предложение, сразу согласился? Ну да, приятно на самом деле, то есть все динамовские болельщики, то есть юбилей, 90 лет Динамо, общество Динамо, то есть да, я сразу согласился. Хорошо публика приняла? Да, прекрасно на самом деле, так же, как и во время сезонов нас поддерживали, и так и сейчас прекрасно приняли. Спасибо тебе огромное, еще раз с победой, и всегда будем тебя ждать. Придешь еще раз? Да, конечно, позовут, приду с удовольствием, с радостью, на самом деле. Себе позволить от нашего с вами имени, от имени болельщиков московского «Динамо» Андрюшу вместе со всеми, кто сделал свой вклад в эту победу, поблагодарить. Андрюх, спасибо тебе огромное. Это такой кайф болеть за такое «Динамо». Спасибо. Обстановка становилась раскрепощенней, и поэтому нам пришлось сделать несколько незапланированных интервью. Как настроение у вас? Замечательное. Почему замечательное? Потому что прекрасное. Это перед выездом Самара скоро. Вот. Замечательное настроение. Настроение жаждет и ждет Самары. Ждем вместе с вами. Показывать, да? Это будут показывать. Мама будет ругаться. А ты кто есть такой? Сейчас, мы к тебе вернемся обязательно. Что многие знают тебя по одной песне, а сегодня, когда игрались другие, как заходили, как реагировал зал? Ну, сегодня очень теплый зал, очень приятные люди. Честно говоря, я ничего другого не ожидал, потому что собрались свои на праздник. Как бы все нормально. А долго были переговоры с новым вокалистом группы Андреем Мироновым? Ну, минут 7 примерно. Сразу согласился? Да, Андрей молодец на самом деле, потому что он не испугался в этом поучаствовать. Я с ним списался в интернете, вот, сказал: Андрей, хочешь? Он сказал: а чё? Нет, давай. Вот, поэтому очень легко договорились. Становилось жарковато. Люди начинали скидывать с себя лишнюю одежду. Саш, ты не первый раз уже на таком мероприятии болельческом уже был, играл в PlayStation, теперь вот видишь, скажем так, отдых. Хорошо тебя принимают, никаких проблем? Нет, уже как все домой приезжаю сюда, и очень приятно, да, что зовут сюда. И, ну, мне приятно находиться здесь, и атмосфера хорошая. Вот что могу сказать. Сегодня не пели тебе в лазурном шуме песни? Нет, нет. Вот. На самом деле Санька очень, очень рады видеть, хотели его пригласить, потому что как бы, человек наш, динамовский, он, правда, стесняется немножко, но я думаю, что все будет только круче спустя буквально час, да, Сань? Вот. И Санек может расслабиться нормально в нашей компании, поэтому и мы ему на стадионе всегда поем в лазурном, и Санек как бы уважает эти темы, мы тоже. Вот еще лишний раз респект, Санек. Вот, все. Саша Сапета!
Саша, всегда будем тебя рады видеть. Надеюсь, еще придешь. Придешь? Конечно, приду, да. Ну, только зовите. Первый раз на таком мероприятии присутствовали? Да. Какие впечатления вот так горячие? Что-что? Не слышал. Какие впечатления первые? Ну, очень интересные впечатления, новые, что-то новое. То есть, ну, здесь так чувствуется атмосфера патриотизма, очень приятно. Когда вышли на сцену, люди хорошо встречали, но при этом кто-то что-то кричал, вот выкрики были. Расслышали, что кричали конкретно? Что конкретно нет, но ничего негативного не было, только позитив, серьезно. То есть, ну, все было хорошо. Когда в следующий раз позовут, придете? Обязательно. А остальных девочек позовете с собой? Да, у нас на самом деле мы и сегодня звали девчонок, но у нас сезон закончился 2 дня назад, и все разъехались. То есть я думаю, если бы не этот факт, то очень многие пришли бы. Приходите обязательно, мы всегда будем вас ждать. Хорошо, спасибо. Отлично. Спасибо капиталам за поддержку. Зал практически заполнен, как бы все ребята хорошо отдыхают, все вроде довольны, счастливы. Спасибо, что поддержали спортсмены, баскетболисты, футболисты, хоккеисты динамовские на вот это даже мероприятие, что в принципе вот делает его определенно уникальным. И я говорил со сцены, повторюсь сейчас, надеюсь, что это будет снова станет старой доброй традицией.